Peggy 18. Эй, друзья, сегодня я рекомендую вам подписаться на канал под названием Slow Channel. На этом канале вы можете найти множество различных проходников. Всем привет, дорогие зрители, с вами Slow, и сегодня я продолжаю проходить игру Outlast Whistleblower, интересных летсплеев и прочего. Welcome, my dear friends! С вами Slow Willy, и сегодня мы играем в GTA Soft на jerky.ru. Также вас ожидает множество юмора и позитива. Поэтому, если вы хотите увидеть все это вместе взятое, заходите на канал Slow Channel и жмите на кнопочку «Подписаться». Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Женек. Сегодня мы с вами играем в Самп, и с нами сегодня играет кто? Slow. И что-то у меня залагало. Опять. Это плохо. И сегодня мы играем на сервере Сектор, там есть магия, зомби, в общем, очень крутой сервак, и давайте мы сейчас выполним для вас задание. И все отлагало, красота. А у кого ВКонтакте сейчас было? Ой, я не знаю. У тебя контакты включены? У меня нет. Ну что, меня? Я с тапой, я еще контакт не выключил. Зараза, сейчас пойдет жопа какая-нибудь. Так, куда надо? О-о-о. Вот туда едем, да. Для начала привези мне солод. Окей. Так. В моей поварне варится лучшее пиво и эликсиры. Но для этого нужно свежие, правильно? Стопы! Мимо проехал. А я за тобой еду, блин, не понимаю. Пивоварня Ульва. Сейчас заедем. Это была опера, по-моему, такая, пивоварня Ульва. Скориме, да, как будто? А? Скоримье. Хороший солод залог хорошего пива. Согласен. Ага, написано. Но пиво это плохо. Что ты меня сбиваешь? О. Я заблудился немножко. Поехали. Почему ты рывками едешь, я вот понять не могу. Ты у меня ну рывками. Вот ты тоже у меня едешь, рывками вообще пиздец. Забагованный немножко сервак похоже. Ну да, бывает. Ну да, есть такая тема, но это так херня, в принципе. Русский сервер все-таки. О, блин. Ты че так пёзнулся? Ты меня так. Прям в меня телепортнулся, можно сказать. Ты у меня посреди машины оказался. Да. Блин, теперь отправляйтесь за хмелем в другой амбар. Поехали. Ну, сука. Едем еще. Задрали, да? Туда-сюда, туда-сюда. Короче, Женек, давай срежем на... А, вот как раз по этой дороге. Я уже тачку раздолбать успел! Вот он уехал! Я немножечко переборщил. Ладно, сейчас. Оу-оу, я сейчас тоже падаю сюда. А, вон же там въезд есть нормально. Заедь, да, сбоку тут. Я пока поеду. Сейчас отсюда попробуем заехать. И потом тебе придется вернуться обратно, кстати. Блин. Темные изготовили оружие. Ну да, какие-то темные есть. Блин, зараза, я забыл выключить радио, у меня играет эта песня, фу, блин, мелодия группы какой-то там «Сад теней», что ли, как она эта группа называется. Ладно, если им что-то не понравится, вловим пизды и убежим. Да. Пайкерский заезд через 2 минуты. Так. Радио, все, в жопу радио выключил. Стопы, да, а я не туда же поехал. А я уже уехал куда-то. Я немножко заблудился. Мое любимое занятие в Сампе. Заблудился и все. Просто. Зачем нормально играть, если можно заблудиться? Так, ну что ж, предлагаю тогда в этой серии повыполнять задание. Да, это будет у нас, по-моему, единственная серия, в которой вообще мы выполняем задание. Да, цель какая-то есть адекватная. Да, цель задания. Вот это хорошо. В других сериях то угар какой-то, то еще какая-то хуйня. Все время... Охуеть, всем... можно даже киллера нанять, прикол. А, ну это прикольно. Команда киллер, причем русские команды, ну вообще ништяк. Все русское. Да. Сервак изначально мне показал сначала 10 FPS, потом неожиданно пошел в 70. Молодец. Как-то он странно себя ведет. О, Женек, потом обратно ехать будешь. Ай, блин, опять мимо. Как всегда, что-то уже проехал. Проехал, да, уже. Кстати, я тебе сразу предупрежу, что вот в больших городах Сан-Фьер, Лас-Вентурас и ВЛС, походу, не нужно суваться.
Ну я тоже так думаю. Я заехал, в общем, в ЛС и умер. Потому что там какая-то типа аномалия. Прям, блин, какой-то уж сталкер начался просто. Ну да, я сам офигел. И знаешь, чтобы путешествовать по ну, таким большим городам, нужно купить эликсир. Скорим просто со сталкером вообще вперемешку в натуре. Все тут как бы в одну кучу. Вот. Солянка какая-то. И дерево в воздухе висит, заебись. Это нормально. Это GTA вообще. Это русский сервак. Нет, это дерево, оно и в оригинале тут висело, я помню. Да. Висячие сады, так сказать. Да. Висячие леса, блин. Кто их там, эти висячие сады, построил? Этот же, по-моему, как он? Сука, имя забыл. У него еще имя такое-то изъебистое прям вообще. Не знаю, я в цивилизации 5 за всех там висячие сады строил. Не могу сказать точно. Нет, я этот, ну... Как его, книгу читал, короче говоря. И там про висячие сады как раз рассказывалось, как этого мужика-то. Да, насрать, короче. А, Навуходоносор, во, вспомнил. Царь такой был, короче говоря. А! Это вроде этот, Вави... А, не. Какая страна там у них? О, не помню. Какая-то Египет. Сейчас, короче, у нас еще и развлекательно-познавательная серия. Не, Египет же этот там. Куда ты ж, ёпта, прёшь, а, дурак? Чё ты говорил там про Египет? В Египте там другой какой-то хитрец был. Да, там этот... ладно, срать, не помню. Тоже какой-то хитрый, с бородкой вроде. Да. Короче, пацаны, играйте в цивилизацию 5 и все будете знать про историю. Да, и читайте Википедию почаще. Играйте в Assassin's Creed, нахер. Ты, бляха-муха, ты как его, трактор? Ты зачем мне дверь оторвал сейчас только что? Привези еще один тайный ингредиент. Ну, во-во, я тоже охерел, в горе на какую-то еду. Тут заехать невозможно. Эй! В горы едем. Сейчас потечет, походу, мне. Ну, там? Уже сделал пиво, уже пьешь, что ли? Не, это не пиво, это квасок. А, найс. Только одной рукой его открывать неудобно, эту гребаную пробку. Так, и на каком-то холме какая-то есть... Так, что я подобрал там? Классно, натурального брожения, вот что мы, в принципе, сейчас и делаем, только мы делаем пиво. Блин, а что тут так ехать-то неудобно? Ну да, я тебе говорю. У меня машина просто не заезжает по этим скалам, она... У меня тоже сам. Короче, сейчас мы поцелуемся, походу, бамперами. О, да! Все, поехал. Туман еще. У тебя есть туман вот тут был, в том числе? Да, это вообще жопа. Какой-то подлагивающий сраный туман, непонятно. Самое главное, не написали, что за один тайный ингредиент. Да, кстати, это какой-то кокаин, я не знаю, марихуана. Все, взял, отлично. Еще я, походу, ебанусь с горы куда-нибудь. Заканчиваем задание. Да, я взял и вообще заканчиваю серию. И, кстати, тебе понравится плата, мне кажется, там заплатят хорошие деньги. 10 тысяч точно будут, мне кажется. Ну, знаешь, за такие вот поездочки по этим сраным горам я бы не меньше десятки бы взял. Ну да, там как раз столько и платят. Бля-б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 ля. И там еще заметь, на этой ферме там коровы какие-то есть. Да. Я на двух только что колесах ехал. Ну да, 10 тысяч. Буквально секунд 20. Нихера ж себе. Короче, какие-то эликсиры дали. 30 штук. Опыт 4 XP. Зачем это надо, я не знаю. И бабки, наконец-то. Данил Михайлов. В общем, привет, Данил Михайлов. Нам придется повыполнять таких заданий минимум 15. Ну, нормально. Потому что я видел, дом стоит 150 тысяч. Такой, обычный, средний. Ну, у меня пока что было, сколько, 20, 30 тысяч теперь нормально пойдет. У меня 45 500. Так, ну, давай на следующее задание. Да, давай на следующее. Я пока приторможу запись, чтобы со следующего начать. Так будет интереснее. Как раз, будет классно. Итак, значит, мы сейчас выбираем задание себе под названием «Поиск зверя» и начинаем же его. И ты иди сюда, есть у меня для тебя одно дельце. Уже не знаю, справишься ли ты с этим. Поговаривают, что где-то на острове завелся зверь диковинный какой-то. Разыщи его и привези мне, уж очень хочется его зажарить. Оружейник явно что-то знает, поговори с ним. А где оружейник? Да черт его знает. А, ну вот красная метка, чё, поехали? А у тебя есть красная метка, а у меня нет почему-то.
Ты, может, не начал задание? Стоп, сейчас попробуем. Начни еще раз. Закончи и начни, что ли. Так. Закончить. Начать. Ну. Эй, иди сюда. А, все, понял я. Не туда случайно нажал. Все, побежали. Давай, берем мотак какой-нибудь и едем. Все. Ты меня подожди. Все, поехали. Так. Зараза, я хотел здесь проехать. А, стоп, вон там же есть нормальный въезд. А то сейчас кругаля написывать неохота. Ну что ж, я думаю, тут можно остановить, потому что поездка будет неинтересной. Да, поездку нахуй. Все. Раз, два, три. Я продолжил, мы приехали. Да, и так, мы на месте. Нелегальное оружие. Охеренно. Так, что за нелегальное оружие? Ну да. А, нет, не могу. Ну все, нормально. Да отвали ты от меня, нелегальное оружие. Оружие не... слушай, у меня в другом месте красная метка. Ну да, она сейчас немножко сменилась. И мне оружейник написал, ты кто вообще? Да я слышал о странном звере, но никогда не видел его. Думаю, фермер сможет помочь себе информацией. А фермер такой, ничего не знаю, смотрю вот того чувака. И будем так гонять по всей карте. Да. Не дай бог, конечно. Кто это сказал, что я могу помочь? Вы что, это шутите, что ли? Нет, а прикольно стало в натуре, вон там какой-то островок очередной. Ну да. Блин, жить бы мне на таком острове, прям вообще зашибись. Охереть, у меня бомбануло. Слышал? Да. Офигеть. Я думал, кто-то дунул в микрофон. Это гром. Ни хрена себе. У тебя такого нету? Пока что нет. Офигеть. Пока что тучи ходят, там всякая херня такая. Надо. Вот она магия до чего доводит. Уже наконец-то сейчас. Собирается пойти. Красота. Так, сейчас в воду нырнем, походу. А, нет, опять в ту же гору. Блин, ну что, упали. Это просто моя любимая гора. Я в нее постоянно врезаюсь теперь. Вот это вот, в которую уже второй раз сегодня врезались. Капец. Так, стоп, я, походу, не туда поехал немножко. Так, я. Да неправильно вроде. А, ладно, тут по мосту. А, ну все, в принципе, тут по мосту проехать сейчас можно. Так, ну я уж остановил видео. Да, пожалуй. Ох! Прям уже здесь, там где надо. И как раз на ферме. А мы тут не были еще. Так, давай, продолжаем. Или нет? Наверное. Так. Ты тоже интересуешься. Все, мы приехали. Так, странно, ты интересуешься этим зверем, поговори с доктором. Я же говорю, сейчас будут. Не, фермер, я не фермер, я ничего не знаю, иди к доктору. Так что опять останавливаем это говно. В общем, ребят, кончился у нас бензин, походу. У нас нет канистры. Ничего не кончился бензин огромными красными буквами, сука. Да. Бензин у него кончился, зараза. Офигеть. В общем, давай тогда на этом серию закончим. Давай. Все-таки. Проклятый бензин. Да и вот на этом фоне, вот так вот. Как. На фоне мопеда. Парочка манхантов. Если я себе мопеды скриншотил. Во, вот так красота будет, я думаю. Вообще. Да, вот. Ай, не так. Скриншотим, ребят. Опа. Все. Я это на превьюшку поставлю. Все, готово. Все. А теперь всем пока, дорогие друзья. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и всем удачи. Азаза.